сегодня я расскажу про незаслуженно обиженную и обошедшую нашим вниманием модель Sculptress. Эта модель идет до 105 объема, имеет близко посаженные бретели, которые помогают скрыть жировые складки. Материал на этом бюстгальтере он двойной. Внутренняя резинка, она убрана в ткань. Поэтому женщинам, у которых плотная, полная спина и есть жировые отложения, очень хорошо подходит эта модель. Я, кстати, ее сейчас покажу на себе. Эта модель начинается с 75 объема. 75 объем – это считается уже первой ступенькой к полноте. Ну и понятно, что 105 объем – это уже для женщин с очень полными, пышными формами. Верхнее кружево, оно очень тонкое и эластичное, что помогает хорошо драпировать любую форму груди. Очень высокая поддержка. Это аналог жасмина, но для полных женщин. Я сейчас покажу еще, какая она может быть в цвете. Ну и в таких вот волшебных красных цветочках, потрясающие формы, то есть толстухи будут рады такому яркому, красивому образу. Хорошо ли иметь такие большие сиськи? А хорошо ли иметь большие зубы? И все для чего это? Чтобы сожрать зазевавшихся мужиков.